Здравствуйте, мои дорогие! С вами Светлана, канал Ларец Позитивчика. Я сегодня буду готовить творожный пирог с творожной начинкой и вишней. Это очень вкусно, несложно. Так что оставайтесь со мной и пошлите готовить. Для приготовления основы этого пирога мне понадобится 120 грамм творога. Одно куриное яйцо, шестьдесят грамм сахара, одна четвертая чайной ложки соли, и все это перемешиваем венчиком. Сразу добавлю 4 столовые ложки молока. И 4 столовые ложки растительного масла без запаха. И все перемешаю. Разбиваем комочки творога. Можно воспользоваться миксером, можно это сделать всю венчиком. И теперь необходимо в тесто добавить сухие ингредиенты, это мука и разрыхлитель. Муки мне понадобится 220 грамм. И сюда сразу добавлю разрыхлитель. И теперь замешиваем тесто. И готовое творожное тесто я накрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник на полчаса. Пока тесто отдыхает в холодильнике, займемся начинкой. Для начинки мне понадобится 3 яйца. Я отделила желтки от белков. И теперь прямо в желтки необходимо добавить 60 грамм сахара. Одна чайная ложка крахмала. Прямо сразу и добавляем. 350 грамм творога. Сто пятьдесят грамм сметаны. И все это необходимо перемешать хорошенечко, чтобы начинка была однородная. И теперь, чтобы начинка была более однородная, такая без вкраплений творога, я все это перебью блендером.
И после того, как творожную массу взбили хорошенечко, отставляете ее в сторонку, занимаемся белками. В белки необходимо добавить 1 щепоточку соли для улучшения взбивания. И взбиваем в пышную пену. Переворачиваем емкость с белками, и белки не... и с белками ничего не происходит. И теперь аккуратненько белки ввожу в творожную массу. Видите, какие они красивые, воздушные. Аккуратненько вводим, поднимая творожную массу сверху вниз, как бы заворачивающимися такими движениями. И отставляем в сторонку. Теперь беру тесто, присыплю стол мукой. И раскатаем тесто. Тесто раскатываем больше, чем диаметр формы, ну, потому что у нас должен быть в нашем пироге высокие бортики, поэтому раскатываем достаточно большого диаметра теста. Вы видите, тесто раскатывается хорошо. Складываем на 4 части, берем формочку и распределяем. И заливаем начинку. Распределяем равномерно по формочке. Вот так вот потрясли, распределили, и теперь необходимо выложить вишню. Вишня у меня без косточек. У меня на канале есть отдельный ролик, как быстро из вишни удалить косточки. Если вас интересует, зайдите, посмотрите. Ссылочка также будет под видео. И выкладываем вишню. И чтобы в пироге бортики были красивые, одинаковые, я их немножечко постараюсь аккуратненько подрезать. При этом, чтобы они не упали в начинку.
И теперь готовый пирог помещаю в духовку. Духовка заранее разогрета до 180 градусов. От 40 минут до часа время приготовления этого пирога. Смотрите, какая красота получилась. Я достала с духовки и не доставала пирог с формы до полного остывания. Теперь аккуратненько достаем. Высокий. Смотрите. Начинка настолько нежна, просто как суфле. Сладкая творожная начинка, кисленькая вишенка. Просто замечательное сочетание. Смотрите, какая красота. Видите? Достаточно толстый слой начинки. Небольшого толщина теста. Ну что мне вам сказать? Попробуйте приготовить, он вам очень понравится. Готовится он быстро, получается очень вкусным, красивым, нарядным, ароматным. Если вам понравился мой рецепт, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь в социальных сетях этим рецептом. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал. На канале вы найдете очень много всего интересного. Мне осталось вам только пожелать приятного чаепития и до скорых встреч. Пока-пока, обязательно увидимся.